формирование у детей системы навыков и знаний о безопасном поведении на дорогах и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма сегодня отвечают детские сады и школы. Именно в их стенах начинается познание детьми азов правил дорожного движения. Именно здесь они узнают о взаимодействии таких понятий, как пешеход и транспортное средство, аварийность и травматизм. Одно из наших обязательств перед детьми – это научить их безопасному поведению на улице, в том числе на дороге. Обезопасить ребенка необходимо в первую очередь грамотным обучением с использованием ярких запоминающихся примеров. Необходимо обыграть дорожную ситуацию. Основы жизненно важных правил дети изучают в игре. Комплекты автоградков ЖУЖУ включают в себя комплекты для классной работы и для занятий в актовом спортивном зале или на улице. Автоградки ЖУЖУ предусматривают обучение в игровой форме по правилам дорожного движения как для школьников начальных классов, так и для дошкольников. Нам привезли этот мобильный автоградок. И по реакции детей они были в восторге. И мне понравилось, потому что интересно переключение, вот эти жилеты детям, у них достаточно так вот комфортно. Доставка тоже достаточно быстрая. И сборка легко. Автоградки ЖУЖУ выполнены по стандартам реальных дорожных светофоров и знаков. Работа светофора автономна и без зарядки он работает до 10 часов. Отсутствие проводов обеспечивает безопасность как на улице, так и в помещении. Светодиодная матрица даже при сильном солнечном свете обеспечивает яркость сигналов. Именно поэтому мы, компания ЖУЖУ, специализируемся на производстве детских автоградков по всей России. Более 250 школ и детских садов уже реализуют образовательные программы на автоградках ЖУЖУ.